Мы рады приветствовать вас на вечере памяти советского прозаика, драматурга и поэта Хизкила Давидовича Авшалу. Сам тоже родился, вырос, учился в той школе, которая названа его именем. Суть всех этих вечеров заключается в том, чтобы передать нашему подрастающему поколению: есть прекрасные люди, есть замечательные люди, которые достойны и которые достойно несут имя и гордо возвышают над миром его родное село. Мы гордимся, что выросли там, живем и работаем там. Мы впредь, как педагог, мы обязаны растить таких людей, которым являлся именно наш Хизкил Давыдович Авшалумов. Я желаю всем, чтобы у нас был всегда мир, чтобы мы могли радоваться и собираться по вот таким хорошим мероприятиям, которые внутри оставляли бы приятные впечатления. Ой, дух ты. Ой, Сереги,